Национальные грузинские танцы в концертном зале военного госпиталя. Волонтеры объединились с детским грузинским ансамблем «Сакартвело», чтобы порадовать раненых бойцов. С собой привезли продукты и сладости. Важно их поддержать, во-первых, просто потому, что мы женщины, матери, жены, сестры. Во-вторых, как и все женщины, мы хотим одного, мы хотим мира, чтобы никто не был ранен, чтобы никто не погибал. И в первую очередь, как одесситки, мы хотим, чтобы был мир в Одессе. Мира желает и одесская грузинская диаспора. На призыв волонтеров откликнулись с большим интересом. Дети усиленно готовились к выступлению, хотели удивить бойцов и заставить их улыбнуться. Ребята воевали в зоне АТО. Мы пришли поддержать их, потому что не каждый ансамбль приходит, и они без развлечений сидят здесь целыми днями в палатах. Хоть как-то ребят надо развлечь. Когда идет война, нельзя оставаться равнодушными, уверен руководитель ансамбля. Грузины на себе испытали, что такое российская агрессия. Мы активно подключены в таких благотворительных акциях, так как грузинскому народу, как, наверное, никому не близка эта проблема, то, что сейчас происходит на Украине. Мы это уже прошли. Волонтеры уже придумывают другие способы, как отвлечь раненых героев. Вскоре обещают не менее интересные мероприятия. Екатерина Лапицкая, Юрий Шинкаренко, Первый городской.